Губернатор Андрей Травников наградил сегодня многодетных родителей. Знаки отличия за материнскую доблесть получили 12 семей. Торжественное мероприятие прошло в правительстве региона. Не проходило ни одного года, чтобы президент не инициировал какую-то дополнительную меру, не озвучивал дополнительные решения, направленные на поддержку семьи. Как семьи многодетной, так и пока еще не многодетных семей. Давайте вспомним, ни одного послания Федеральному собранию за последние, там, ну, не знаю, 5, 7, 10 лет не было, чтобы президент не озвучил очередное свое решение. Среди получивших награду самая молодая жительница Маслянинского района Светлана Казакова, мама пятерых. А больше всего 11 детей у Оксаны Дорощенко из Кировского района Новосибирска. Помимо знаков отличия, семьи получают и другие региональные меры поддержки. Я уверен, что мы и дальше на уровне области будем делать все возможное для того, чтобы поддержать такие семьи. 150 тысяч ребятишек живут в многодетных семьях. 43 тысячи семей. Представляете, я думаю, что тут можно за вас гордиться. Вы прославляете и нашу область, и нашу страну. Спасибо вам огромное. И уверен, что дай Бог здоровья вашим детям, вам, чтобы все было хорошо.